Я позвал джентльмена, и сейчас его сдача и станет проходить батл с каждым званием в стендов 2. Перед ним будут карточки, под которыми будут ячейки с картой, попытками, хп и пушкой. Чем выше звание у бота, тем он сложнее. А за каждое прохождение джент будет получать 1500 голды. А если ты хочешь тоже голду, то бегом подписывайся на мой канал с колокольчиком и ставь лайк. Итак, братишки мои, всем привет, добро пожаловать на вторую часть рубрики на новый видосик. От вас я сразу жду лайкусик и подписочку обязательно с колокольчиком, ведь нас уже почти 500 тысяч. В этот ролик я позвал мейнчика-джентльменчика, и сегодня его задачей станет проходить ботов с каждым званием в стендов 2. Чем выше звание у бота, тем он сложнее. Если джентльмен сможет пройти всех ботов, то он получает 1500 голды. В общем, все, полетели к видосику, сейчас его задачей станет выбор карточек. Так, Артём, привет. Привет, братанчик. Братишка, извиняюсь, братанчик. Смотри, перед тобой сейчас перепутал окончание, извини. Смотри, перед тобой сейчас находятся карточки. Твоя задача будет выбрать. Ну, разные циферки, то есть. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ну... 4 раза. Тут их 4 раза. 4 раза, да, выбирать? Ну да, да. А можно с синего начать? Не, давай с красного лучше. Ну, можно с синего, пожалуйста. Ну ладно, давай с синего. Так, синий 2. А что там будет? 350 хп. А сколько максимум было? Максимум вроде 500. Ну это, кстати, неплохо ты вытянул. Это прям добро. Это такое среднее. Нет, ты максимально вытянул. А, реально? Максимальное количество хп. Сюда. Надо киндер в честь этого захавать. Так, давай второе хп. Давай красное. 5 красная. 2 попытки. А максимум. Ну это неплохо, кстати. Максимум вроде 5. 5. Но 2 это. Ну блин, неплохо. В смысле неплохо? Но это нормально. Одна это минимум. Мне предминимум выпал. Ты понимаешь, это херово. Мне не повезло. Смотри, ты первый раз пойдешь, как бы у тебя 350 хп там. Уже узнаешь, где будут находиться. Ладно, ботки. Мэнчик, хорошо. Давай зеленое. Так, подожди, я сейчас стер красное, но мне зеленое показали. Это как? Не знаю, баг может какой-то. Ладно, давай зеленое. А, зеленое 3. Пусть будет 3. Хотя мне как кажется, кстати, это, кстати, оружие, с которым ты пришел. О, нет! Ну давай, 3. Это, nice! Кстати, это самое лучшее, то, что могу сказать. Хорошо! Я как знал, ты понимаешь, просто чуйка не подводит меня, интуиция работает, дорогие друзья. И последнее, это карта, желтая ячейка. Ну, тут как будто бы без разницы, ну, давай первое. Сакура. Сакура! Ну, нормально. 2 пытки, 350 хп, эмочка и сакура. Что думаешь? Нормально. Да не, это... Мне самое лучшее оружие выпало, максимальное количество хп. Ну, попытки, ладно, 2. Ну, карту, мне кажется, без разницы в целом. Сакура, ну, одна из моих любимых карт. Если была, конечно, прова, это, ну... Ладно, не важно. Давайте, ребята, да, идем на карту. Все супер, дорогие друзья. Сейчас я буду вас валить, дорогие. Просто пройду это испытание за... Мне даже вторая попытка не понадобится, наверное. Итак, Артём, ты готов? Это как бы твоя первая карта, у тебя 2 попытки. 350 хп, вот такая эмочка у тебя. Нет, вообще-то у меня вот такая эмочка. У меня получше вообще. У меня получше, ты угораешь? Смотри. У меня там самурая как бы. Алло, посмотри на мою эмочку. Всё? Ну, получше как бы. Ладно, всё, смотри. Твоя задача идти на поинт, то есть сейчас. Ага, так а я не могу через Б бежать, что ли? Не-не-не, смотри, то есть твоя задача идти на поинт. Окей, скажу, времени у меня неограниченное количество, да. И они по мне стреляют. Не-не-не, тут пока что нету их, пошли. Тут ты угораешь? Может, ты меня обманываешь? Тут они есть, я откуда знаю. Я не доверяю никому. Подожди, я все прочитал. Начало будет вот отсюда, иди сюда. Да вот иду отсюда. Я! Короче, финиш будет на КТ, то есть твоя задача. Все, а, отсюда и финиш? Да. Финиш на миду. Ну ты все поймешь, короче. Давай. Я боюсь уже, мне страшно. Где я не могу? Я могу быть кто-то. Убил. Ага, первый есть. А в баре кто-то был? Нет, никого не было. Тут считай только начало. Убил! Хорош. Ну это читаемая хорош. Позиция, мэнчик. Но я читаю эту игру, ты понимаешь? Блин, по-любому я знаю, кто где сидит. Оп. Нифига.
Вы даже ему ни одного хп не снесли. Это да. Брат, они ни одного и не снесут. Оп. Да, нифига. Все, что они могут стрейфить? Нет. Если что, вы туда с коробки нельзя идти, то есть только направо. А там закрыто дальше. Подожди, в бокс? В бокс надо идти? Да, в бокс. Туда а на КТ вдруг кто-то есть? Не, нет, там нет никого. Там закрыто уже что-то. Подожди, смотри. У меня патроны, брат, закончились, ты можешь мне эску скинуть? Реально? Ну ладно. Да, подожди, ты чего это не предусмотрел? Ограничений-то нет по... Не, да. Хорош. Таки, а сколько я ему хп прошил? Я не знаю даже. Я ему должен был прошить сколько-то урона, по-любому. Да как-то вообще легко справляется. Оп, блин, хорош. Нихера мастер мне нанес. А, стой, элиты и легенды остались. Да, самые сильные. То есть они могут быть где угодно. У тебя финиш на миду, если что. А, да? Ёб твою нафиг. Да. Увидел. Оп. Ну что? Я его просто вверху забасил и убил. Так, а на КТ не может, да? Ну, я не знаю, честно не знаю. Финиш на миду. Может быть, где угодно. Может быть, ты вообще его пропустил? Думал вот так. Что? Халява, мэнчик, я знал, что он справа в углу сидит. Все? Ты с первой попытки прошел. Я сказал, за одну попытку пройду эту полосу. Давай на next карту. Все, сейчас. Блин, сколько я залутал голды? 1500 голды. 1000? Передо мной как раз. Нормально, 1500. Давай две. У меня нет столько. Давай две. Пять испытаний, чтобы 10 тысяч я выиграл. Давай две. Все, что, нормально, нормально. Гони голду, братишка. Ладно, с тебя донат на стриме тогда. Хорошо. По 100 рублей пойдет? Ты офигел? Это минималка. Ладно, ладно, хорошо. Че так мало? 150, 150. Ёб твою налево. Все, давай next. Все, давайте, переходим на следующую. Подожди, водички пью. У меня нет времени пить водичку, надо сделать контент. Итак, Артем, давай, выбирай цифры также. Ну что ж, братанчик, я называю такие цифры. Смотри, я ни разу не выбрал четверку, поэтому давай сейчас все цифры. Все четверки? Все четверки, четыре четверки. Мы хорошисты, друзья, стираем четверку. И это... Одна попытка! Брат, ну понимаешь, главное хотя бы одна, понял? Ну, я рад тому, что не ноль. Понимаешь, мне хватит одной попытки, чтобы это выполнить. Спокойно, я это уже доказал Сакуру на первом примере. Сакуру ты, в принципе, с одной, да, прошел. Ладно, давай. Да, но у меня, человечка, конечно, было 350 хп. Что это? Это муха? А как думаешь, что это? Не, это попробуй. Муха? Пулемет? А вот так? М40? А вот так? Эфунфал! Все, лазер. А ты прям мне лазер, да, Даш? Ну да, у меня, кстати, если есть. Я выиграю, короче, ну, пройду это испытание. Кстати, ты мне уже М-ку, статрек, Year of the Tiger, торчер. В смысле? Ты... У меня такой. Все, давай дальше. Сколько? 20? 30? 30 хп? 300 хп? Какая-то дофига! Нифига, нормально. Так я за одну попытку сейчас прохожу спокойно с Эфенфалом, тем более. Карту можешь любую, брат. Ну давай четверку. Ну как думаешь, какая карта? Карта Раст. Вангую. Дюна. Дюна. Ты, кстати, вроде не любишь, да, Дюну? Слушай, ну Дюну, да, я недолюбливаю. Но как бы и ладно. Понимаешь, это не про матч. Поэтому... Ладно, ребята. С дробовиков, да, надеюсь, меня сейчас не будут шить на ней. Верим. Возьмите, ребят, дробовик, кто есть. Не надо, не надо без дробовиков. Хоть один кто-то, пожалуйста, один дробовик. Нет, без это дробовиков, что? Пожалуйста. Это все, переходим на карту. Не знаю. Подождите, так, мальчик, ты мне Фунфал Лазер не дал, конечно, но у меня есть свой. У меня есть тоже как бы. Так, ну ты угораешь, у меня получше будет, посмотри. Не, у меня тоже получше, смотри, как у меня брелок. Ну, меня ну братанчик, ну брелок, конечно. Это что за брелок вообще, за что он дает? За легенду. Где? По-моему, это надо попробовать. Не помню. Пошли, нам на КТ с тобой сейчас. Все, тогда можешь начать, смотри. Так как у меня вылетело, начинаешь ты с КТ спауна. Прямо вот отсюда. То есть финиш. Блин, у меня еще патроны не бесконечные, капец. Ты забыл мне патроны, блин, сделать? 52. Ну, все. А будет 52 хп? Да. Ладно, пофиг. Проверим потом. Все, давай, через КТ ты идешь, финиш на Т будет. Оп, 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 тут смотри. Распикиваю, оп, с префайра. Оп, никого нет. Смотри, оп, выхожу.
Смотри, в окне кто-то, на подсаде. Не-не, никого нет. Оп, в углу. Да где они? Я не знаю. О! Чё? Я в ахере. Что это за позиция? Я ненавижу карту Дюну, я ненавижу дробовики. Вообще карта дерьма. Это был бронза. Прямо сейчас я захожу на Булдроп, чтобы поднять много голды, и тебе тоже советую. На сайте вышла межпространственная обнова, куда добавили Булпас и обменник. Но вернемся сюда чуть позже. Пополнять баланс ты можешь по моему самому окупаемому промокоду. Кстати, по нему я выбиваю себе самые топовые скины. Все, ребят, я пополнил баланс, и давайте откроем пару анимированных кейсов. Откроем первый. Найсик, окуп. Так, давайте откроем второй. Что, ребят? Мне выпал нож! Кстати, ловите халявный промокод на кейс. За открытие новых кейсов ты будешь получать скибнишки, которые потом сможешь обнять на топовые скины в обменнике. Также на Булдропе есть Battle Pass. Мы с вами подняли только что уровни, просто открывая кейсы. Но вы можете поднять уровни, играя в различные игры и тоже открывая кейсы. В общем, все ссылочки и промики ждут тебя в закрепленном комментарии. Ну а мы возвращаемся к ролику. Ёб твою нафиг. Хорош. О, господи, господи. Я твоя задача тебе через сайт. Ой-ой-ой. И где, где остальные? Мне страшно. Ты через вот это блин. Через длину. Так, ладно, ладно, ладно. Иду, иду, иду. Постепенно, знаешь, так, не спеша. Ну, по-любому какая-то крыса тут засела. Вот по-любому. Господи, как же это... на бусте есть кто-то? А! Рос! Блин, сколько осталось? У тебя 7 хп. Ну смотри, сейчас рейнджер, чемпион, мастер. Не спойлери, сколько у меня хп, понятно? Хорошо. Они... пусть они АФК стоят, без не стрейфят, окей? Хорошо. Господи. Просто на реакции. Какой-то имбалансный. Блин, я думал, ты кого-то в пикселе поставишь, если честно. Так, ну тут вроде бы никого нет. Что? Я смотрел через пиксель, там не было никого, игра! Ну, кстати, это, 7 хп. Но я 7 хп почти всех завалил, я просто не дочекал. Я думал, за шкафом по-любому спрятался какой-то чемпион, бляха-муха. Я виноват в том, что игра, там пиксель есть, смотрю через него, но не видно модельку. Невидимки по всей карте, что это за беспредел происходит? И, а конечно, как тебе бронза 40 хп, если случайно? Брат, ты понимаешь, мне сначала две, потом одна. Ну, что за анлука? Ну ладно, сейчас мы... зато сейчас будет 3, 4, 5. Да блин, это было изи. Если первый мне не снял, просто на лаке как-то все хп. Вот что это? Дробовики говно! Дробовики говно! Не берите никогда в жизни дробовики, ребят, запомните. Дробовик говно! Так, Артём, давай, ты сейчас проиграл, но уже 1500 голд. Ой, ёб твою налево. 2000 мы договаривались. Нет! 2000. У меня не хватит баланса. Ладно. Давай, выбирай. Давай, знаешь что? Что? Ты не хотел, знаешь, сделать 5 и 2? Не думал о таком. 5, 2, 5, 2. Давай 3, красное. Это 5 попыток, самое большое. Ё-моё. Надо было вот на этом хотя бы. Да блин, если бы у меня вторая попытка на этом испытании была, я прошел. Но это реально анлука. Хорошо, идем дальше. Один. Тут один. Авик, ёб твою налево. Ну ладно, нормально, нормально, нормально. Давай дальше. В целом неплохо, по хп сейчас бы не... Давай три, три, три. Пожалуйста, 200 хп. 200. Отлично. Неплохо. Отлично, мне можно было даже 100 дать Савика, это типа, мне хп тут и не нужно. И карту под номером 2, карта Sandstone. Зона. Зона! Какая зона, блин? Ну, Савиком зона. Может, на зону 7 зайдем? Давай. У тебя есть? Быстро. Нет. Блин. Зона, ребят, давай. На зону 9 идем.
ладно, зона 9, так зона 9. Итак, ребята, переходим на следующую карту. Это зона 9. Ее, кстати, удалили из сендовчика. И теперь у нас карта зона 7 вместо нее. Помянем, ребят, зону 9. Погнали к следующей карте. Так, Артем, ты готов? У тебя авик 5 попыток. Карта зона 9. Да, да, я не купил армор. Блять! Ну ладно, у тебя 5 попыток, да попробуй. Да ёб твою, ладно, 5 попыток, я надеюсь, я справлюсь. Все, давай, по фастику, я хочу с одной сразу пройти. Где, куда мне идти? Зачем? Ну вот туда идешь и финиш на КТ. Через верх. Так, через верх, хорошо. Да, давай. Вот тут уже могут быть шпиндулясики, по-любому, я прям уверен в этом. По-любому, да, прочитан. Молодец. Пиксельненького нет, я неожиданно удивлен. Неплохо. Чел по мне чуть-чуть попал. Что? Почему он стрейфит, блядь? Что за хуйня? Он должен на месте же стоять, нет? Ну он вроде стоит на месте. Ты чё? Реально? Да нет, ты чё? Блин, был такой прострел. Он вот отсюда делается, смотри. Вот отсюда, смотри. Вот отсюда. Ну. Да, хотя да как не, мне кажется, вряд ли. Мне кажется, вряд ли. Так, давай. Хорошо, отлично. Все, делаю релоуд. По-любому какой-то шпиндуля. Уехал с ноускопа. Ноускоп. А, да. Да я не могу! Он с авиком, я ему в ногу дал! Я не могу выше стрельнуть просто! Убей всех! Все, давай. Давай, у тебя вторая попытка, карта зона 9, авик. Все, поехали, поехали. Все, я. Всё, теперь ты знаешь, где они находятся, где они стоят, давай. Первый. Ноускоп, может, второй? Не-не-не, подожди, не спешить. Нельзя спешить. А, он меня даже не видит. Ха! Лох! Так, ладно. Оп! Ой-ой-ой! Блядь! Хорош! Ну он, ты что мне дает? А, этот уже сидит в другой позиции немного. Да я не понимаю, он трепит или что? Как убить его? Ладно, вот так вот, лайфхак. Получается чем туда так, еще нельзя, ну... то есть нужно будет идти вот через вот эту позицию. Я не знаю, у меня тип просто на радаре светится и ну кстати да. Да нет, там не будет, он тебя вряд ли пикнет. Оп, молодец. Оп, 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 все и все и нормально. И вот тут Челикса забираем. Так, а где просто еще ребята считаешь? Элита и легенда, кстати, самый сильный. Финиш на КТ, если что. А, финиш на КТ у нас, я понял, услышал, хорошо. Так, так, где вы? Выходите! Ну, они могут быть где угодно. Понимаешь, вроде. Да, они меня бесят, уже достали. Может, на КТ вообще стоят, то есть финиш на КТ. Оп! Оп! Нифига. Финиш на КТ. Так, последний, походу, на КТ. Ну, походу, да, потому что... Опа! Что? Офигеть, я ему в прыжке ноускопом дал! Я вообще не ожидал, что... Я думал, ты не прочитаешь! Я думал, ты на КТ сейчас пойдёшь, он тебя убьёт. Чё ты мне говоришь КТ, КТ, финиш, блин? Офигенный финиш на КТ. Забайтесь немного. Изи, понимаешь? В две попытки хотя бы мне дай. Все, я любое испытание пройду, сколько бы хп не было, сколько бы оружия и карты. Поэтому, Мэнчи, гони еще голдишку и давай к третьему испытанию. Да, давай, к третьему. Так, сейчас быстренько. Так, хорошо, давай, 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 давай. Один, два, пять, три. Четыре попытки. Четыре попытки, отлично. Хорошо, по 90. Пять? Да, 5-3. 250 хп. Офигенно, вообще. И карта Sandstone. Просто, брат, это будет легко. Я уверен, это будет, ну, проще простого, серьезно. Хочешь посмотреть, что оставалось? А, какие? В смысле? Ну, тут циферки остались. Хочешь посмотреть, что там под ними? Сразу, что ли? Ну, да. Давай да, это потом. Оставим на потом, Менчик. Погнали на Сенстоун, ой-ой-ой, что сейчас будет? Мессиво. Итак, Артём, ты готов? У тебя 250 хп по 90, финиш на КТ. Начало
Ну, с мусорки получается. Окей, окей, нет, я готов. ХП у меня еще больше, чем было в тот раз. Так еще и П-90, моя любимая. Ладно, нет, не люблю я это оружие. И четыре попытки, еще и Сенстон. Так, ладно, с мусорки, так, с мусорки. Так, начинаем. На мусорке уже никого что-то не замечаю. Оп-оп-оп-оп-оп. Что-то никого не вижу. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп! Минус один, жесткий пик. Убил второго. Просто с префайра. Уволен. Оп, никого нет тут. Хорошо, возьмем дигл. Ой, дигл. Оп. Еще хорош. Один. Блин, блин, а вот тут опасно. Тут... Кто топнул? Ты чего меня пугаешь? Это я. Если что, через апсы надо будет идти. Через апсы. Ага, фонтан. На фонтане-то есть кто-то? Не, никого нет. Просто забыли закрыть. Мэнчик, я вижу твою что? Голову, ты как сел, блин? Рейнджер, ты чего? Там уже чел префает меня. Сески. И стрейфит, и отошел на релоуд. Ну капец. Жук. Да ты меня достал, молодец. Феникс. Он фул. Фул, просто префал. А, у меня, кстати, патроны, брат. Есть петух? Спасибо, слава богу, что у тебя он есть. Благо. Благослови тебя, Господь. Так, ладно. Кто остался? Сколько у нас? Так еще дофига вообще людяшек. А чем? Чем? Мастер, элита, легенда. Конечно, КТ. Оп. Молодец! Давай. Я очень аккуратно пытаюсь идти. Чтобы с первой попытки, да, забрать. А где? Где? По-любому тут должны были быть люди. На КТ, мне кажется. Что думаешь? А, на КТ же еще. Ну да. Если так, через ладно. Лонг, будет, через лонг. Оп! Убит. Убитый элитен. Сарай, давай, вроде элита. Бы никого нет. Давай, элита, блин. Нет, 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 нет. Не элита, давай, быть. Тащи его. Не зря, что элита. Что? Молодец! Нормально, блин! Ладно, все, теперь я знаю всех позиций, сейчас я изи пройду просто спокойно. Все, Артем, ты готов? Давай, вторая пытка. Да, все, поехали, давай, теперь давай. Я точно все знаю, всем хана. Просто всех с префайра. Оп! Молодец! Оп! Хорош! Оп! Хорош! Молодец! Префа просто. Что он делает? Он в стену стреляет! Я его по ножке дал, он начал в стену стрелять. Да ты меня бесишь. О, нифига у него там торчит дуло. Оп, убит. Дострейфился рейнджер. Давай, самое сложное. Опять этот дурак префует, он меня достал, блин. Не, ему хана, ему хана. Ему прям реально сейчас хана конкретно. Нет. Да он достал, но он, блядь! Это нормально, что он не стоит на месте, а стрейфит влево-вправо. У меня один с патрон. Держи. Слава богу, брат. Ты просто моя палочка в ручалочке, я не знаю. Ага. Оп! Молодец. Что? Что? Он вообще не тут стоял! Он справа стоял! У тебя поты неправильно стоят! В смысле, где он стоял? Он стоял в упоре прям! А он в тот раз... Так он справа в тот раз стоял, не в упоре. Ты же пошел, что ли? Да. Там еще не дошли боты. Нифига, так ты с подписчиками боты. Ботами их называешь. Ну ладно, подписчики. Давай, Артем, третья пытка, у тебя еще две останется. Окей, все, поехали. В этот раз я точно должен пройти, я надеюсь. Давай. Первый есть. Оп. Второй есть. Оп. Третий есть. Что он там сидит? Да, он достал меня реально. С твоим домом. Но есть он... А, нифига. Давай, снова он. Как же он меня достал, бляха, муха. У него еще и калаш, и он просто префает с него. Ладно, все, уволен. Молодец. Оп. Хороший.
Давай, мастер остался. Так, вот этот. Сука. Чебурек вот этот. Оп! Сидит, стрейфит лево-право. Гаденыш какой. Слава богу, хорошо, отлично. Так. Блин, остался последний. Все, понял. Да. Если что, тебе надо идти через лонг. То есть финиш прям именно на КТ на самом, то есть он в конце. Хорошо, ладно, я должен с этим справиться. Я надеюсь... Опа. Сколько КП у тебя? У меня? Неважно. Дай мне петух, брат! Скинул. Держи. Все, отлично. Стой, через КТ, да, я могу обойти? Нет, там нельзя. Ладно, все, на мужика. С префа просто. Молодец! Сколько бы осталось? 185. Ну неплохо, хорош. Нафиг, ладно, это было не так уж и... Понимаешь, если типы, блин... Я бы со второй попытки прошел, если бы не тип на балконе, блин, который встал вообще в упор передо мной, не ожидал, я думал, он справа. Ладно, все. Ну это тоже неплохо. Сколько ты уже залутал, получается? 5000 голды? Или сколько? 4500. Чё так мало, братишка, призы надо повышать. Ладно, погнали на ласт карту, сейчас буду разносить. Итак, Артём, это получается пятая карта уже. А, да. Вариантов не особо много. Циферка 2. Циферка 2. Блин, хотел я на самом деле, знаешь, все раунды залутать, все карты. Но... может быть, сейчас еще залутаешь. Но получится, походу, только 4 из 5. Ладно. Давай, все. Ну, 3 попытки. Как думаешь, какое оружие тут может быть вообще? Смотри, есть... Блин. Мне кажется, винтовка была... пистолет как бы. Дробовик будет. Дробовик либо дигл. Окей, чекаем. Дигл! Аурейд. Я же говорю, дигл аурейд. Нифига. Такое я, к сожалению, не выдам, потому что такого у меня нету. Может, у тебя есть? По хп, как будто бы у меня сейчас 150 будет, либо 400. Вот третьего не дано. Я сам не помню, сколько там, давай посмотрим. Да 150. Реально! Самая маленькая. Ну, конечно, под конец оставил самое маленькое и самое худшее оружие, блин. Зато 3 попытки. И карта... Дай угадаю. Какая? Бриз. Раз. Ты угадал. А, реально бриз. Нифига себе. Что думаешь, какие шансы у тебя тут? Брат, шансы на самом деле минимальные, потому что 150 хп, дигл. Не, я постараюсь. Ну просто еще карта такая, бриз. Знаешь, ну дальнее расстояние, тут у меня дигл. Ну ладно, пофиг. В целом, я выжму из себя максимум. Как получится, так получится. Я... держим кулачки. Постараешься? Да. Все, давайте, ребят, переходим туда на карту бриз. Погнали! Позови на эту рубрику магу просто и дай ему дигл тоже. Да, я хотел это сделать, но что-то он занят, пока что. Все, давай, Артём, погнали. Все, поехали. Где типы начинают спавниться? Отсюда начинается, уже начались. Да ладно, нет! Ты угораешь? Ты что меня не предупредил, а? Я тебе сказал, все уже началось. А в доме нету? Давай там закрой. Просто забыли закрыть, ребята. Блин, Мэнчик, ты понимаешь, что... Закрыли. Давай. Господи, что? Мне Силер уже просто снес как-то на лаке лицо. Так, там, куда дальше? Смотри, там закрыто. Тут закрыто. Забей, брат. Это музей, он не проходится, если мне что, кажется, никак. Мне кажется, уже все. У него еще и эска, и он сидит сверху. Ладно, не, это ладно, без это шансов. Ну это зато ты уже знаешь, что это. Ну да, знаю расположение троих. Ой, все, Артём, все, погнали. Вторая попытка. Ёб твою налево. Да. Вот эта позиция, это, кстати, какая-то имба. Здесь. 3 хита, блин, в ногу, и он только сейчас умер. Ладно, первый готов, первый вырублен, первый этот защитник, страж, как его. У нас сейчас штурм зоны 51 идет конкретный. Давай. Хорошо. Так. Это самый сложный, кстати. Молодец. Просто с хедшота вырублен самый сложный он. Ага. Поговорите мне тут. Так все, как я очень долго буду проходить, я буду действовать на нервы всем. Классно. Все, давай, Артём, третья твоя последняя попытка. Убил первого. Уже вырубил. Молодец. Отлично. Так.
Все, идем очень не спеша, не спеша. Проверяем все позиции. Я знаю позиции только четверых. Хорошо. Молодец. Он так крутился просто влево, вправо, что это было? Я обосрался. Ну это он тебя байтил так. Да капец, что за байт вообще? Хорошо. Молодец, хорош. Жестко. Давай, твоя последняя. Хорошо. Молодец. Вот сейчас молодец. Это вот это самое опасное. Как бы финиш так это, должен понимать, то есть они могут быть где угодно. Такая тебе небольшая подсказка. Что-то, давайте там подсказку, что-то такое нечитаемое будет сейчас. Я понимаю, что что-то нечитаемое будет, блин. Как мне выйти-то? Аккуратно распикнуть. Да как? Он руку увидит уже, значит, Миша. Он стрейфит, блядь, еще минус 52! Он стрейфил влево-вправо, ты понимаешь? Да это нечестно, требую еще одну попытку. Еще одну? Че, даем? Требую! Он стрейфил, ладно, хорошо, хорошо, давай. Давай еще одну, хорошо. Еще одна бонусная попытка, ребята. Я и так выхожу из музея с дигла, блин. Да, это она. Ладно, давай, еще одну. Все, давай, Артем. Четвертая попытка. Мы тебе ее подарили, считай. Это такой прям подарок. Да, спасибо. Огромное. Ой, это еще мне повезло, как я двоих сразу вырубил. Жестко очень. Ну ладно. Они тут бронз и сильвер, у них там пистолет низкий. Угу. Да, да, да. Ты его не видишь? А! Молодец, он двинулся! Я обосрался! Все, спокойно, тихо. Там уже типа префайт. Ну он, я не знаю, у него реакция как у хз кого. Это тип еще тоже вечно стоит на бусте, то вправо, то влево. Это как на Сансоу. Блять, он опять стрейфит, нахуй! Да что за... Ну не просто влево-вправо, как я это убить должен? С дигла, влево-вправо, я выхожу, он, блядь, двигается, он двигается! Он не стоит на месте, это не боты! Еще одну требую! Ладно, давай еще одну. Хватит двигаться! Еще одну, давай. Я даже с пятой сейчас не пройду, брат, в гараж. Ладно, все. Короче, это последняя попытка, если я сейчас не пройду, то все. Чего? Что? Что, блядь? Я распикаю, главное, блядь. А его нет. А я его нет. Потерялся. Что, блядь? Так, уехал. Фух, это было опасно. О, нифига тут поставить, смотри. Иди в жопу. Он меня, я не понимаю, он... Я армор забыл купить! Этот опять двигается, да все в пизду. Я выхожу, даю хит, он мне с первой ставит, но все, я заканчиваю это шоу, блядь, это невозможно пройти. Давай еще одну с армором. Да вы издеваетесь, я не убью чел на бусте, блядь, Феникс, я твой рот шатал! А, нет, все, ребят, нет, все, я не прошел это, все. Все, ребята, спасибо. В любом случае, неплохо. Как бы, сколько? Да, охуенно. 4500. Выставляй скин. А, так, скинчик, да, выставлять? Ну да. Сколько? Комиссия на тебе? Ну, блин. Жалко, да? Все, понятно, жалко. Ладно, выставляй за... Ладно, давай кофе с комиссией, окей. Так уж и быть. Да, хорошо, за 6 тысяч выставлю, купишь? Там же больше, ну ладно, хорошо. Да, за 6 тысяч купишь? Давай, хорошо. 6 тысяч, 52, 6 тысяч 52 с наклейкой Tie-Dye Pattern 889. Так, ну я купил, пришло? Чё ты купил, где голда, блядь? Не пришло ничего. Я купил! Откуда у фейка купил? Че ты, кому ты врешь? Найс! 4800 залутал. 300 это за моральный ущерб, понятно? Еще один подарок, ребят. Ну, неплохо, в принципе. Да, неплохо, за исключением, да, последней карты. Если бы ее не было, я бы, может, это даже посмеялся бы сейчас.
Ну а так, блин, ладно, спасибо за шоу, блин, на самом деле очень интересное шоу получилось. Но Дигл дерьмо, блядь, и дробовики на Дюне тоже ненавижу. А так в целом, да, спасибо за голдишку. Спасибо за участие большое. Не за что, не за что, братанчик, я старался, но понимаешь, что приложил усилия. Ну ты вообще красавчик, справился. Ну кроме как с последним. Ну там дальше. Все, там... не напоминай мне об этом. Ладно, давай уже все, попрощаемся там. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был джентльмен, братишка. Увидимся в новых роликах. Очень скоро. Обняли, поцеловали, чмокнули в задницу вас и пальчик засунули туда же. Всем пока! Чуть-чуть пальчики. Давайте, давайте. Любимчики. В общем, все, ребята, видосик подходит к концу. Джентльмен справился почти со всеми ботами и залутал такую нормальную сумму голды. На двух картах ему немножечко так не повезло. Если этот ролик вам понравился, то поставьте лайкусик и напишите в комментарии, кого мне можно позвать в следующую часть. Ну а с вами был Братишечка, всем пока!